Audio Jungle.
Jedan raund zakončen. Na prvina dva, predstavitelj Krasnova ugla, Тисенко Александр. Спортсмены готовы продолжить поединок, уважаемые болельщики. Ваша поддержка! Второй раунд. Вот,
Третий раунд закончен. Здесь все коллеги принимают решение, кто победитель. Дамы и господа, напоминаю, 63 килограмм весовая категория у наших спортсменов. Город Набережные Челны, красный угол, Несенко Александр, синий угол, Каида Фамиль. Али, ощущения и, может быть, какие-то слова? Нет, что, главный бой? Еще минут 20. Я хочу поблагодарить своего брата. Из него бы это все не получилось. Спасибо все ему. Я рад, что у меня такой брат есть. Давайте поддержите его! Спасибо, Али. Александр Варсов. Спасибо организаторам за этот прекрасный вечер. Спасибо моим тренерам, мне есть над чем поработать, они мне показали. Спасибо, Саша. Обратите внимание, уважаемые гости, дамы и господа, леди и джентльмены, каждый спортсмен, который выходит сюда на ринг, благодарен своему сопернику и, конечно же, своим близким. Поддержите аплодисменты всех спортсменов. Внимание, внимание! Победу одержал боксер синего угла. Награждение спортсменов на ринг приглашается председатель Лиги бокса Татарстана Тугаев Раис Ильдусович. Также член наблюдательного комитета Федерации бокса Республики Татарстан, господин Носовец Владислав Михайлович. Прекрасно понял. Титулованные представители бокса Республики Татарстан Российской Федерации лично вышли на ряды. Поддержите аплодисменты наших спортсменов. Прекрасный чемпион. Уважаемые дамы и господа, интрига сохраняется. Буквально через несколько минут бизнесмены в ринге. Состоится супербой вечера по правилам бокса. За титул главного фастфуда города Набережные Челны 2021 года. Красному углу будет биться Кударян Сергей. Синему углу будет биться Исмаилов Искандер. Поддержите аплодисменты. Да, несколько минут до начала боя. Ну, а пока слово. Великолепная очаровательная лекция на ринге. Thank you.
восхитительная лекция.